проклятие, Марра, что это? Так, я надеюсь, меня нормально слышно. Что-то у меня произошло тут немножко проблема. Биться больше не будем? Или еще сразимся в одном бою, а? Как вы смотрите на это? Так, давайте сохранимся сразу после того, как пообщаемся. Ты хорошо сражаешься. Еще как? Но кулак все еще чемпион. Не забывай об этом. Мне нужно сражаться с кулаком? Кто твой лучший воин? Кто твой лучший воин? Кулак — непобедимый мастер в Гельдерне, Морра. Так, это хорошо. С кулаком драться, подожди. Сейчас я посмотрю, смогу ли я драться с кулаком. Угу. Так, что я получил в награду? Еще одну табличку. Плюс 3. Отлично, 33. Что я могу с помощью 33 древних знания? Вообще ничего не могу. Вообще ничего не могу. 33 древних знания. А, нет, это магическое, что-то я... подожди, а древнее знание? Да, древнее знание. Все правильно, я немножко попутался тут. Да, действительно, нужно очень много древнего знания для того, чтобы учиться бою на посохах. Но у меня пока древнее знание 33 не очень много. Может, это в чем-то другом мне поможет, а? Допустим, в статуе Белиара или еще что-то. Так. Давайте все-таки победим. Надеюсь, у тебя есть причина будить меня. Я хочу драться с кулаком. Ну хорошо, я тебя предупредил. А теперь ступайте на арену. Это последний бой. Я надеюсь, самый лучший мой бой. С первой попытки получится, нет? Как вы думаете? Фух. Ну если не получится, нет, я все-таки буду сражаться до конца. Сражаемся до конца. Один на один. Ну, давай, кулак. Ну, пока. Ух ты, он меня ударил, падла. У тебя силы не хватит. Отбивается. Ей. Еще один удар ему. Ну. Есть. Да, вот это победа. Горжусь собой. О, не могу я взять этот меч. Блин. Такой меч у него классный, похоже. Я его подобрать не могу, потому что... Я боюсь, что... Так, подожди, как... Мне нужно... Что же мне нужно сделать для того, чтобы... Он подберет этот меч! Блин, собрал! Ну ладно, пофиг. Ладно, будут деньги без этого. Фу, везунчик я! Кулак! Хорошо, Мора. Из нас двоих ты лучший! Я горжусь этим! Доволен? А теперь ступай! Я еще как доволен. Хорошо. Воровать я у них пока ничего не буду. Я боюсь, что я пока не сильно прокачан. А лишний раз рисковать своим здоровьем я не хочу. Своей жизнью. Да, не все получается сразу. Но попробуем сейчас. Что же получится все-таки? Отлично. Мы сделали это. Мы в Гельдерне сейчас довольно уже имеем... Ты чертовски хороший воин. Еще как? Ты хотел бы поработать на меня? Поработать? Я должен работать на тебя? Я бы и сам уладил это, но вопрос несколько щепетилен. Мирза, этот надменный идиот, постоянно издевается надо мной. Но он мне тоже не нравится. Каждый раз, когда у него большой груз, он сваливает свой мусор прямо перед моей ареной. И что? Он делает это только чтобы позлить меня. Я бы с удовольствием преподал ему урок. А чем я могу помочь? Почему ты сам с этим не разберешься? Или вы, орки, уже не хозяева города? С тех пор, как мы, орки, заключили союз с народом пустыни, кое-что изменилось. Так. Я не могу просто пойти и набить морду ассасину. Ты Морра. У вас это по-другому. Ну ладно, я помогу тебе. Я позабочусь об этом. Хорошо. Только не убивай его. Иначе на твою голову свалится столько проблем. Хорошо.
Ладно, давайте попробуем помочь на арене. Я не знаю, что из этого выйдет. Если я сейчас попробую прямо вот тут сейчас его наказать, просто его избить. И может своровать тут заодно что-нибудь у него прямо там. Если меня не накажут за это. Ну ладно, сохранился я, сейчас посмотрим. Мне нужно с ним... Чем ты меня разбудил? Сейчас я от имени Агинака слегка съезжу тебе по лицу. Да ты смельчак. Ладно, давай, покажи, из какого ты сделан теста. Ты для меня не проблема. Ух ты, он сильно дерется. О, он меня ударил! Так, тихо, мне нужно исцеление. Срочно нужно исцеление. Подожди, противоядие! Я сдохну! Противоядие. О, я выпил противоядие. Успел? Кажется, да, в самом конце. Так, а чё я? Давай-ка мы мечи у него заберем. Ах, не успел. Следующий бой выиграю я. Блин, не успел. Соображалка плохо работает. Он ко мне стал хуже относиться. Вы сами это видите, да? Красным цветом стал... оранжевым цветом стало. Ну ладно. Зато я наказал и кое-что у него взял. Так, это мне принесет дополнительное преимущество славы в этом городе. Не успел я кое-что сделать, конечно, к сожалению, но... Тем не менее, все просто отлично. Надеюсь, Аранак? У тебя есть причина будить меня. Мирзо получил свое. Мирзо получил свое. Мирзо, значит. Ничего себе. От тебя я этого не ожидал, Морро. Постарался. Я за это дорого заплачу. Ну-ка. 500 золотых. Ладно, хорошо. Я думал, может быть, опыта дополнительного я с этого поимею, оказывается, нет. Ну ладно, давайте побегаем еще по городу. Прямо здесь. И... Все мной недовольны здесь. Мной очень многие недовольны. А тут рабы? Тут, похоже, что рабы. Что же это? Угу. Ладно, побегаем по низу. Поспрашиваем у всех еще, что тут у нас интересное. Что же это? Да ничего такого, рабов тут... О, раб бородатый. Нам обоим еще достанется. Угу. За то, что мы с тобой разговариваем? Видимо, да. Эй, ты, тебе чего? Так, в этой стороне, похоже, больше ничего у нас нету, да? Хм, а там какая-то шахта. Ну, в шахту я сегодня не пойду, я, наверное, схожу в нее в следующий раз. Так, а здесь у нас что-то секретное, нет? Ничего? Как-то не очень, конечно же. Посмотрим, что у нас там дальше. Что у нас там много интересного. Проклятие Морро, что это? Так, вот тут вот я хочу посмотреть, еще побегать и заглянуть сюда. Орков я вообще легко мочу. Мне людей гораздо сложнее убивать, насколько я понимаю. Здорово. Никаких глупостей, ясно? Ясно. О, а тут кто? Орки. Надеюсь, здесь спят орки. Ух ты, у вас тут довольно неплохая казарма, я смотрю. Офигительно, и своровать бы вот это все, было бы тоже круто. Такое разнообразие у вас тут интересностей всяких. Так что с этими интересностями мы еще поразбираемся. Так, давайте походим по Гельдерну еще дальше и посмотрим, что у нас тут к чему. Так. Так, а где тут спуск? По-моему, где-то здесь. Давайте еще по городу прогуляемся. Ой. Как славно я сегодня посражался. Так, наверху, по-моему, еще что-то есть интересное. Давайте узнаем, что там такое тоже может быть. Тоже развалины, это зачем все рабы. Ты меня будешь? Что же это? Это все рабы. О, усердный раб. Хм. Интересно, для чего они тут сидят? Наверное, тоже для какого-то задания. Некоторые вещи никогда не изменятся. Некоторые вещи никогда не изменятся.
Конечно, если ты рабом хочешь быть. О, Хамиль! Интересуешься редкими артефактами, чужак? У тебя меня есть? Меня зовут Хамил. Могу предложить тебе самые лучшие артефакты по самым разумным ценам. Промышляешь торговлей в квартале рабов? Каждый крутится, как может. Но такова ты моя мудак. Судьба. Начать в этой рабской дыре. И все-таки мой товар самого лучшего качества. Ну, давай посмотрим, что у тебя есть. Где ты берешь артефакты? Где ты берешь артефакты? Он тоже не скажет, наверное. То там, то здесь. Понятно. Что-нибудь нет-нет, да и перепадает мне в этой дыре. Значит, воруешь у орков? Ну, воруешь. Это слишком громко сказано. Ведь мы, люди, должны держаться вместе. Согласен? Покажи мне свои... Покажи свой ассортимент. Товары. О, таблеточка. Блин, у меня хватит денег. Давай-ка мы возьмем эту таблеточку у него. У него довольно неплохо тут, я смотрю. Ограбить бы тебя, парень. Ну ладно. Все будет в наших руках. Так, я сразу же, без подготовки, сразу же съедаю эти таблетки. Ну, сами, таблетки. Это, ну, таблетки, я их считаю таблетками. На самом деле, это таблички, которые я читаю. На самом деле, эти таблички когда-то, помните, мы прокачивались, чтобы читать их. А теперь я вообще в легкую эти таблички собираю. Я их почему-то таблетками всегда воспринимал. Не знаю, это же таблички на самом деле. Не совсем понятно, почему так все с моей стороны складывается. Так, я опять пришел, похоже, к этой пещере. Ну ладно, в пещеру заходить пока не будем. Там довольно большая, по-моему, пещера, насколько я знаю. Насколько я помню. Так что будем пока ходить здесь вокруг по городу. Так, большой дом двухэтажный. Там, наверное, еще где-нибудь двухэтажный домик есть. Так, ну, дают задания все потихонечку, и задание, количество растет. Он, наверное, сейчас со мной торговать из-за этого не будет, да? Ага. Зачем ты меня он разбудил? Он перестал со мной торговать именно по этой причине. Потому что я его наказал. Может быть, стоило осмотрительнее это все делать? О, еще один большой дом. А это что? Кто-то спит здесь? Что же это? Кроме рабов. Похоже, никто. Так. Там какой-то храм, что ли? Я что-то не знаю. Ну-ка. Ух ты, точно, какой-то храм. Ты кто? Ты Немр? Куда, Морра? Что в этом храме? Что это за храм? В этих залах находится резиденция Верховного Сановника Шаманов. Отсюда наш вождь Грок управляет Гельдерном, древним городом алхимиков. Понятно. Могу я поступить на службу? Я хочу поступить на службу к шаманам. Парень, ты крепкий. На окрестных рудниках ты сможешь делом доказать свою мужскую силу. Что я должен делать? Но, может быть, ты хороший в бою. Тогда тебе найдется место среди наемников или гладиаторов. Я гладиатор самый лучший. Шаманы принимают тех, у кого в городе доброе имя. У меня очень доброе имя. Кто ты сам, Немрак? Кто ты? Я Немрак. Я забочусь о нуждах шаманов. Встречая их, относись к ним с величайшим почтением, иначе почувствуешь мой клинок. А ты серьезный? Надеюсь, мы друг друга поняли. Ну, может быть. Есть какие-нибудь нужды у шамана, например? А какие у шаманов нужды? Мы добываем для них золото, серу, артефакты и другие полезные ископаемые, Мура. Рудники должны приносить доход. Это моя задача. Так. Так. Ты ж знаешь что-нибудь о Ксардосе? Мне это расскажи очень важно. Расскажи мне что-нибудь о Ксардосе. Этому магу ведомы деяния богов. Он носит в себе знания многих жизней. Он избранный. Он избран Белиаром, чтобы быть носителем его власти. Ну да, собственно говоря, он присвоил всю власть себе. Мы ищем артефакты. Все остальное сейчас не важно.
Для чего вам эти самые артефакты? Ты можешь пропустить меня к своему предводителю Гроку? Нет, мы не знаем, можно ли тебе доверять. 57% мне не хватает в Гельдерне. Офигеть, очень много. Ну тогда давай, я буду работать на тебя, куда деваться? Я хочу на тебя работать. Вообще-то, самое большее, что я позволяю Мура, так это поднести мне кусок мяса. Кусок мне тебе говна поднести. Но думаю, для бойца поднести. У меня занятие найдется. Так. Мне нужен новый посыльный. Куда? Что стало с твоим последним посыльным? Его сожрали ползунный. Нормально. И что я должен буду делать в качестве твоего посыльного? Будешь от моего имени ходить на рудники, выяснять, куда подевались доходы, и относить их мне. А если рудники не приносят доходов, то ты сделаешь так, чтобы они их опять приносили. Проще простого. Похоже, я тут надолго задержался в этом городе. Хорошо. А ты что будешь делать в это время? А ты что будешь делать все это время? Не наглей, Мура. Не то я покажу тебе, кто в этом городе хозяева. Хорошо, хорошо. Хорошо, я беру эту работу. Тогда давай начинай работать и кончай болтать. Я еще подумаю. Что тебе нужно с серного рудника? Эта ленивая сволочь в серном руднике на севере обещала мне 30 кусков серы. Иди и достань их. Угу. А что золотой? Что мне делать с золотыми рудниками? Я уже много дней дожидаюсь, когда мне привезут 50 золотых самородков из рудников на севере. Ух ты. Ступай и принеси их мне. Ну хорошо. Как тебе это удастся, мне безразлично. Угу. Все так серьезно. Так. Нет, я про него, про одного раба говорить не буду, что он торгует краденными артефактами. Не хочу я. Есть рудник к югу от Гельдерна? Есть рудники к югу от Гельдерна. Там есть один заброшенный рудник, но мы там больше не копаем. Отчего? В нем иссякли запасы. Ага, понятно. Так, ладно. Где мне искать артефакты еще для Где тебя? Где мне искать артефакты для тебя? Многие артефакты мы извлекли из рудника. Но рудник сейчас позаброшен. Стая волков сожрала всех рабов, а заодно и охрану. Найди в рабском квартале несколько усердных рабов и возобнови работу на руднике. Но она означала... Рабы покажут тебе дорогу. Блин. Но прежде чем поведешь рабов на волчий рудник, убедись, что там нет пещерных волков. Вообще надо убить сначала волков, а потом уже... Конечно, везти всех туда, на руднике. Где еще могу найти артефакты для тебя? Где еще я могу найти артефакты? В этой части Миртана, вокруг Гельдерна, можно найти много артефактов. Я точно задержался очень надолго. Мы пока еще не успели освоить все территории. Очень надолго. На севере есть древние развалины на выступе скалы. Иди и посмотри, что там можно надыбать, да принеси мне. Надыбаем. Но отдам ли я тебе еще не факт. Так. Ну все, это я с ним говорить уже не буду. Он меня пропускать не хочет. Хорошо. Задачи здесь невероятно много у меня в этом городе. Ну и город-то вы сами можете видеть, какой большой оказался, да? Еще и вокруг города тут много всего интересного. Так, ладно, Мнебрак, значит, туда меня не пустят, да? Ну-ка, давайте подойдем к стражнику, что он скажет. Стоять! Стой! И шагу дальше! Ты дашь мне пройти? Нет. Нет. Мы не знаем, можно ли тебе доверять. Да, конечно же, откуда ж вы знаете, ёпты. Давай, пойдем дальше. Так, где я еще не был? О, вот этот большой дом. Я тоже тут не был. Надо сходить, посмотреть. Тут какой-то торговец живет. Эй, хозяин! Джаред, человек. Добро пожаловать в Гельдерн, чужак. Чем могу помочь? Ты торговец? Мне интересно знать. Ты торговец? Верно. Торгую по большей части артефактами. Ну, это круто. Так что, если какие найдешь, приноси мне.
Да я их сам лучше бы... Что тебе известно об артефактах в этом городе? Что тебе известно сам об артефактах в этом городе? В крепости на южной окраине города есть хранилище, в котором хранятся особо ценные экземпляры. Ага, спасибо тебе за такую информацию. Какие артефакты тебя особенно интересуют? Какие артефакты тебя особенно интересуют? Говорят, здесь, в Гельдерне, спрятаны 7 древних колец алхимии. Их искать надо, я знаю. Эти штуковины стоят на черном рынке больше 3000 золотых. Да? Нифига себе. Я очень хотел. А сколько ты мне дашь? Себя 7 колец алхимии. Сколько ты мне дашь за это? Ты говоришь, как человек, знающий толк в воровском ремесле. Я знаю многих воров. Когда торгуешь артефактами, это неизбежно. Вообще-то, я сам не очень разбираюсь в этих вещах. Но знаешь, кто разбирается? Но я слышал, что Ларес... Ларес? Один из величайших воров Миртаны сейчас в городе. Ларес! Я знаю Лареса, могу тебя с ним познакомить? Я знаю Лареса, могу тебя с ним познакомить. Подружище, я готов дать тебе за это 1000 золотых. Да? Попробую что-нибудь класс, сделать. Класс, отлично. Блин, мне классно, мне понравилось то, что я здесь встретился с Ларесом. Еще одного друга где-то здесь найду. Я не знаю еще пока покажи точно где, свой товар. Но он где-то рядом. У него две таблички за 500. Офигеть, мне надо штуку точно иметь денег. Так, у меня железная руда. Штуку денег нужно набрать где-то, чтобы купить у него эти таблички. И еще, может быть, он продаст их мне дешевле, если я познакомлю его с Ларесом. А Ларес где-то находится в городе, по-любому. Но вот где его искать, Лареса, я не знаю. Ларес. Мой дружок, дружище. Где-то здесь. Так, на втором этаже я еще хотел посмотреть, кто-то там есть. Мне кажется, там алхимик, если я не ошибаюсь. Да, там... Зачем ты меня будешь? Подожди, да я почитаю, можно? О, вот, я нашел кольцо. Блин, одно из 7 колец у него здесь. Но как я могу его украсть, если меня вот этот парень за это кольцо может наказать? Но я как бы... Попробуем сейчас, я сохранился специально заранее для этого. Он не против. Он не против, отлично. Он не против, что я беру эти кольца, значит не страшно будет. Я это уже знаю. Так, ничего нового. Опять же. Ты кто? Паратур? Если они послали тебя сказать мне, чтобы дело шло быстрее. Что ты сказал? Нет, ничего. Я думал, что ты пришел, чтобы потребовать следующую партию для орков. Какую партию? Что ты поставляешь оркам? Я алхимик. Что же мне еще делать для орков? Как не напитки. Этот воинственный народ в огромных количествах потребляет целебные зелья и напитки маны. Так. Ты можешь продать мне? Ты можешь продать мне напитки? И не только. У меня есть несколько редких артефактов. Есть интерес? Да, есть. Ты еще к этому... Угу. Покажи мне свой товар. Покажи мне свой товар. Так, ну у него, я похоже не вижу этих табличек. Ладно, значит что-нибудь другое у него. Расскажи мне что-нибудь об алхимии. Расскажи что мне что-нибудь об алхимии. Угу. Ты еще... Не хватает у меня навыков. Ты еще... Хорошо, буду знать. Ты знаешь раба? Ты знаешь раба по имени Хамиль? Нет, его я не знаю. Ну-ну. Ну хорошо, признаю, я знаю этого парня. Он работает на меня. Угу. Ты посылаешь раба ходить для тебя... Ты посылаешь раба ходить для тебя воровать? Воровством заниматься? Он делает это не только для меня. А для кого? Насколько мне известно, он и сам приторговывает краденым барахлом. Понятно. А ты не боишься, что орки прищемят вам хвост? Тебе и Хамилю? Нет, оркам я здесь нужен. Хамиль единственный, кому есть чего бояться. Он лишний человек. Понятно. Покажи мне свой товар. Это все я слышал уже. Ладно, мы с тобой еще, наверное, встретимся.
раз тебе нужны какие-то, наверное, ценные вещи еще от этого. Ну что, будем ходить здесь по городу, искать эти кольца, которые им нужны торговцу внизу. Я думаю, у нас еще долгий здесь путь. В Гельдерне мы надолго, скорее всего, застряли. И артефакты, которые я найду, я обязательно буду все изучать. И мне это очень сильно пригодится. Так что, думается мне, сегодня мы закончим. Но в Гельдерне я задержусь на невероятно долгий срок. Ну, может быть, не невероятно, конечно. Может быть, не такой большой. Может быть... Так, у него нету тут колец. У него, кстати, нету этих колец тут, похоже. Ладно. Тогда, ладно. Кстати, покажи свой товар. Что у тебя еще есть? А, да, это у тебя две каменные таблички, которые я хотел бы купить. Блин, у меня нету денег для этого. Ладно, встретимся чуть позже, уже в следующей серии. Где-то тут Ларес еще бродит, ходит. Для меня это очень важно, что мой друг где-то здесь находится. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Начинается утро. Всем доброго. Пока, ребята. Пока.